Музыка звучит, барабаны гремят. Это юидовские отряды начинают парад. Республиканский парад юных инспекторов движения собрал более 20 команд из разных уголков республики. Парад возглавляет отряд юид 9 класса села Байхака Тандинского района. Мы работаем над командой юид 5 класса, пропагандируем правила дорожного движения для старших и младших классов. Мы также стараемся быть примерными помощниками инспекторов движения, госинспекции и нашего руководителя. Регулярно проводим акции всякие для правил дорожного движения, пропагандируем. Почетное право поднятия государственных флагов предоставлено юным инспекторам движения из школы села Байхака, команда Тандинского района, участники 14-го всероссийского слета конкурса «Дороги безопасности». История создания движения юных инспекторов в стране начинается еще в далеком 1973-м. В этом году со дня создания отрядов юных инспекторов исполняется 50 лет. В Туве по части вовлечения детей в работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма ведется полноценная работа. Ведь эти знания и навыки в будущем помогут водителям быть законопослушными, а пешеходам – внимательными. С каждым годом увеличивается количество ребят, которые принимают активное участие в этом движении. И в нашей республике мы тоже видим, что ребят все больше и больше вовлечены в этот процесс. Мы сегодня присутствуем при замечательном торжественном мероприятии, когда вы, ребята, лучшие представители своей школы, своего Кажуна, победители разных мероприятий по безопасности дорожного движения, принимаете участие в республиканском слете. Вы знаете, как правильно нужно себя вести, как быть правильным пассажиром, но не всегда взрослые соблюдают эти правила. И вот вы уже, как настоящие инспектора дорожного движения, должны делать серьезные замечания взрослым. Члены отряда ЮИД – надежные помощники сотрудников госавтоинспекции. Все для обеспечения безопасности дорожного движения. Вы занимаетесь важным и ответственным делом, изучаете правила дорожной безопасности, рассказываете о них своим сверстникам и зачастую даже взрослым подаете пример того, как нужно вести себя на дороге. Спасибо за то, что вы своими знаниями, своей дисциплинированностью, своей увлеченностью и неравнодушием оказываете огромную помощь нашему общему делу, делу безопасности дорожного движения. Сегодня в торжественный и праздничный день прошло и пополнение отряда ЮИД новыми членами. В ряды юных инспекторов движения вступили учащиеся школы из села Карахака. В Туве на сегодняшний день в отрядах юных инспекторов движения состоит более 2000 школьников. Все они пропагандируют правила дорожного движения. Айра Сабуяна, Юнайдана Сенденма, телеканал Тува 24.